Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В России может появиться первый онлайн-магазин квартир. Как пишет российская газета, благодаря ему покупатели и продавцы недвижимости смогут находить друг друга без посредников и на этом экономить. Сервис будет анализировать и сопоставлять запросы на покупку и продажу квартир и подбирать наиболее подходящие варианты по всем параметрам пары покупатель-продавец. Прежде чем попасть в базу данных онлайн-маркета, все объекты пройдут предварительную проверку специалистов. Они сверят кадастровый номер, адрес, площадь, подтвердят отсутствие обременений, вроде залога или запрета на продажу. В дальнейшем продавцы и покупатели смогут перечислять друг другу гарантированные платежи, аванс или задаток, а специалисты будут следить за соблюдением сторонами договоренностей. По сути, это первый шаг на пути к онлайн-сделкам, в ходе которых можно будет безопасно купить или продать квартиру в один клик, обещают создатели ресурса. Дайджест недвижимости. Администрация Кирова отозвала проект сокращения санитарной зоны биохимзавода. Решение об этом было озвучено накануне на заседании Кировской городской думы. Ранее предполагалось внести изменения в правила землепользования. Согласно проекту, после сокращения санитарной зоны севернее микрорайона Митроград должны были появиться малоэтажные жилые дома. Застройщик компании «Железно» планировал комплексно освоить территорию, построить детские площадки, рекреационную зону отдыха, облагородить русло реки. По планам компании, строительные работы должны были начаться летом этого года. Как сообщается, проект будет направлен на доработку. Дайджест недвижимости. В новых микрорайонах Кирова откроются новые поликлиники. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности зампреда регионального правительства Дмитрий Курдюмов. Взрослая поликлиника начнет работу в микрорайоне «Солнечный берег», детская в «Чистых прудах». Возможности строительства отдельного здания под этот объект у властей не было, поэтому рассматривались варианты, предложенные застройщиком. Как отметил Дмитрий Курдюмов, добиться его согласия на размещение объекта социальной сферы было непросто. Изначально никто не задумывался о том, что помимо жилья придется создавать и социальные учреждения. В итоге застройщик пошел навстречу, так как осознал, что покупатели будут охотнее приобретать квартиры в микрорайоне, где действует поликлиника, школа и садик. Детская поликлиника в Чистых прудах может открыться уже в апреле, уточнил Дмитрий Курдюмов. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.